Так, начнем. Имя? Я Итан. Итан Уинтерс. Прошло 3 года после событий в доме Бейкеров. Я искал свою жену, она пропала. Потом пришло письмо. Она просила приехать, и вот так я оказался в жуткой глуши, в Луизиане. Я узнал, что Мию держали в темном подвале. У нее помутился разум. Она напала на меня, словно бешеный зверь. Позже я узнал, что она заражена какой-то необычной плесенью. Я перерыл весь дом, чтобы найти лекарство, вакцину, что-нибудь. И обитатели дома заразились. Они перестали быть людьми. Источником заразы было биооружие в облике девочки. Ее звали Эвелина. Отбившись от семьи монстров, я сумел вылечить Мию сывороткой. Потом пришел Крис Редфилд со своим отрядом, и они спасли нас. Этого хватит? Я больше не хочу вспоминать о том, что случилось. Все кончено.